Волейболисты из Вологды готовятся к межрегиональным соревнованиям на Кубок главы областной столицы. Турнир стартует 16 октября в нашем городе. Его участниками станут 7 команд из разных регионов страны. Наши ребята настроены только на победу. На их тренировке побывала Алена Закатаева. Тренировки у ребят каждый день. Отрабатывают технику и взаимодействие на площадке. Эта команда играет вместе почти 4 года. Ребятам 15-16 лет. И они уже показали себя. Спортсмены – участники многих межрегиональных турниров. На их счету уже не одна медаль. Насчет звезд я, конечно, бы поторопился еще говорить, потому как еще не тот возраст, чтобы начинать звездами становиться. Вот. А в плане сыгранности, естественно, что от сезона к сезону у нас идет прибавление. В принципе, в техническом плане и игровом плане мы уже, в принципе, готовы, втянулись в сезон. Впереди спортсменов ждет турнир на Кубок главы Вологды. 16 октября в областной столице соберутся волейболисты из Череповца, Московской области, Санкт-Петербурга, Костромы и Ярославля. А домашние соревнования – это всегда большая ответственность. Со всеми соперниками, в принципе, знакомы. Из сильных команд, наверное, Санкт-Петербург и Ярославль. Но остальные, в принципе, команды нашего уровня, с ними нужно бороться, выигрывать. Настрой очень у нас боевой. Мы хотим и должны всех выиграть. Тренер дает установку занять первое место. Поддержать спортсменов и поболеть за наших ребят могут все желающие. Турнир откроется в эту пятницу в 15:00 в спорткомплексе «Политехник» на Засимовской, 4, и продлится 3 дня. За последние несколько лет это первые серьезные соревнования по волейболу, которые проходят в Вологде. Как отмечают специалисты, интерес к этому виду спорта растет, как и успехи вологжан. В ноябре воспитанники клуба «Волей Тайм» будут отстаивать честь региона на первенстве Северо-Запада. За победу будут бороться в возрастной категории 13-14 лет. Алена Закатаева, Максим Тышковец, Вологда Портал.